Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Очередной вопрос от подписчика канала. Почему на автомобиле с гидроусилителем руля нельзя выворачивать руль в крайнее положение и удерживать таким образом какое-то определенное долгое время? Давайте разбираться. Друзья мои, гидроусилитель руля – это сложная штука, которая находится под большим давлением в процессе своей работы. Когда мы выворачиваем руль в самое крайнее положение, в этом случае срабатывают специальные перепускные клапана. Вы наверняка часто слышали на многих автомобилях, когда появляется определенный звук, именно в крайних положениях. В этот момент в системе появляется очень высокое давление, скажем так, критически высокое давление. Новому автомобилю, как правило, это ничем не угрожает, но если это старый автомобиль, и если мы будем удерживать в этом положении, а бывает такое, что и клапана уже, скажем так, работают не в своем режиме, и это может привести к тому, что особенно когда шланги уже устаревшие, пересохшие, это очень часто бывает, и вдруг такое большое давление может привести к повреждению шлангов. То есть шланг может лопнуть, и ваша жидкость с гидроусилителя, а точнее системы гидроусилителя руля, может просто вытечь наружу. То есть это может привести, особенно на старых автомобилях, к преждевременной поломке, выходу из строя самого гидроусилителя. Но, друзья мои, когда мы эксплуатируем новый автомобиль, зачем нам доводить до высоких давлений? Если можно, допустим, когда вы выворачиваете руль по необходимости в крайнее положение, немножко, хотя бы там на 2-3 градуса, убрать руль от упора. Таким образом, давление в системе гидроусилителя руля не будет таким высоким, и никаким поломкам это не приведет. Конечно же, если вы будете даже на новом автомобиле удерживать в самом крайнем положении, ваш гидроусилитель не выйдет из строя сразу. Но постепенно, если эти моменты будут повторяться, чрезмерно высокое давление в системе гидроусилителя руля со временем приведет к выходу из строя вашего гидроусилителя. Я думаю, что вам это не нужно. По этой причине используйте вот такой простой метод. Если вам необходимо вывернуть до упора, допустим, для разворота руль, вы выворачиваете, почувствовали, что руль уперся, немножко его просто отклоните от упора. И все, и ваш гидроусилитель прослужит долго. Еще один момент, что касается гидроусилителя руля. Некоторые утверждают, что на стоянке необходимо автомобиль с гидроусилителем руля ставить, чтобы колеса передние стояли ровно. Типа, чтобы при запуске двигателя автомобиля не произошел в системе гидроусилителя руля определенный гидроудар и не повредил систему саму гидроусилителя руля. Друзья мои, это, конечно, чушь полная. Если вы поставите ровно или, допустим, под углом колеса вашего автомобиля, то никакому гидроудару это не приведет, потому что все-таки в этой системе есть защитные клапана, так сказать, перепускные клапана, которые сбрасывают давление, даже если в самом крайнем положении будет. Вот так вот, друзья. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях, будьте здоровы, это самое главное. Всем пока!